В преддверии Дня Республики в Караганде состоялся форум по противодействию коррупции «Адалбол Адамбол». В мероприятии приняли участие комплайенс-офицеры, депутаты городского маслихата, представители общественности и молодежь. Организовали форум акимат города совместно с антикоррупционной службой по Карагандинской области. Главный принцип работы госаппарата – это концепция слышащего государства. Об этом приглашенные гости рассказали собравшейся молодежи. Сейчас идет активная работа, чтобы исключить коррупционные риски, сделать прозрачными бюджетные процессы и внедрить антикоррупционные стандарты. Есть у нас концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан. Он в 2022 году указом президента Токаевым был подписан на до 2026-2027 года. Там четко указано, что наше будущее – это вы, то есть наше подрастающее поколение, как ключевой ресурс страны. Мы все сделаем для того, чтобы завтра жили еще лучше. Работа форума происходила в нескольких секциях. О мотивации и честном труде рассказал молодежи директор строительной компании Медетгали Жахметов. Предприниматель призвал молодых людей добросовестно относиться к своей работе и не бояться трудностей. Я сам когда-то в Пришахинске вырос, здесь учился. Хочу быть полезен для нашей молодежи, чтобы наша молодежь развивалась. Я вот, допустим, в строительной сфере хочу быть полезен для наших молодых, и чтобы наши молодые развивались в нашей стране и масштабировались. На форуме напомнили, что президент страны поручил реализовать концепцию государства, которое прислушивается к народу. И очень важно наладить диалог с обществом. Поэтому подобные форумы должны помочь в реализации таких задач, уверены участники мероприятия. Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Зарина Зулпыхар, Караганда, 24 KZ.